Последние секунды перед стартом, тревожное ожидание и вперед к победе. В это субботнее утро более 600 мальчишек и девчонок выбрали для себя здоровый образ жизни. На зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» одинцовцы пришли целыми семьями. Сегодня второй раз. В прошлом году Маша волновалась, но занимается спортом. Настоящая спортсменка, вот. И пробежала очень хорошо. Мы сами не ждали такого результата, но она пришла третья в прошлом году. Поэтому, естественно, надеемся, что она соберется. Ну, и что? Ну, если не победит, да? Да победит, конечно. Конечно, победит, все будет хорошо. Поддержать боевой дух участников приехал известный российский лыжник Александр Панжинский. Очень приятно видеть здесь такое большое количество, особенно детей. Поэтому хочу пожелать каждому сегодня отличного настроения, хорошего самочувствия и показать свой максимум. Юным спортсменам необходимо было преодолеть дистанции от 1 до 5 километров в зависимости от возраста. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий. Обязательные условия – предварительная регистрация и допуск врача. Информация вся размещена на сайте gto.ru. Это центральный сайт Российской Федерации. Также у нас есть свои сайты, странички ВКонтактах Одинцовского центра тестирования. Чтобы сдать нормативы ГТО, необходима первая заявка, вторая справка. Даже, я так сказал, первая нужна справка, да. Справку можно получить в любой поликлинике, у любого педиатра или терапевта. По словам организаторов, интерес к сдаче нормативов растет из года в год, и все больше одинцовцев, как молодых, так и взрослых, приобщаются к спорту. В большинстве своем, конечно же, выполняют нормативы ГТО. Это возрастная группа, пятая ступень, 16-17 лет, и девушки, и парни. Им добавляют баллы для поступления к ЕГЭ. Естественно, взрослые менее активны, но тоже проявляют инициативу. Многие и не только выполняют один из нормативов, но и на следующих этапах зал и улица выполняют нормативы, получают свои знаки. За последний год в Одинцовском районе нормативы ГТО сдали около 2500 человек. Более 600 спортсменов получили знаки отличия. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».